Всем привет, друзья! Сегодня 12 марта. Вот. Забыл вам показать вот такую вот дубиночку свою, которую я сделал. Вот. Седьмая дубинка моя из моей коллекции. Вот такая вот. Иди. Ну как получается, вот рот, язык высунутый. Вот зубки. Ну, этот раз у меня дубинка вся с зубами. Ну и здесь вот так вот получается. Поближе вам покажу. В очках он, короче. И там Димочка тоже дубинки, да? Там, а там, видите, вот зашлифовала ее, вот так она прям блестит. Вот. Вот такие дела, друзья. Вот тут на лбу уже такие вот отверстия сделал специально. Ну, как бы проверяю, как будет выглядеть. Ну, ничего. Короче, здесь у меня нету еще порядкового номера, седьмого. И здесь нет номера моего, короче, логотипа канала нету. Ну, вот так вот такая вот, в принципе, дубиночка. Да, сыночка, красивая? Там еще. И там еще. А вот они, остальные мои дубинки, короче, друзья. Короче, кому нравится, ставьте вот такой лайк. Лайкос, подписывайтесь на канал, делитесь этим видосом. Кто занимается по дереву, можете у себя, короче, на Одноклассниках скинуть там вот этот вот видосик. Пускай кто-нибудь посмотрит, может, кому-то что-то понравится. Может, кто-то закажет себе что-то. Я могу сделать как бы дубинку под заказ. Но это если кому интересно. Но вот эти, если честно, я не продам, мне их жалко будет. Ну а так, если для кого-то, кто попросит, то договоримся, друзья. Как бы вот такие вот у нас лица. Вот, все, давайте, всем пока.